Да, можно. Супер, вы супер. Прости, у нас сейчас пацану. Роскошная красота. Роскошная красота. Потому что я уже стал самым прослушиваемым и популярным артистом года, самым обсуждаемым артистом года, очевидно, лучшим шоуменом 2020 года и вообще главным открытием 2020 года. И я сидел и думал, а что дальше? А что дальше? Сексуальные пидоры. Что вы на это скажете, а?